Добрый день, дорогие друзья. Мое сегодняшнее появление в соцсетях, скажем так, не совсем обычное. Дело в том, что я хочу обратиться и обращаюсь ко всем артистам Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Дело в том, что, как стало известно, в руководстве дирекции Государственной Российской цирковой компании принято решение не допускать артистов цирка Никулина к работе в цирках компании. Ну, у тех, у кого есть контракты, надеюсь, им дадут доработать, а для остальных двери закрыты. Я сейчас не буду пока комментировать это решение, если оно на самом деле состоялось. Хочу сказать об одном. Что бы ни случилось, имейте в виду, что мы всегда вам поможем и поддержим вас. Мы сделаем все, чтобы ваша жизнь не изменилась, чтобы вы по-прежнему были трудоустроены, работали в разных программах, получали и аплодисменты, и достойную оплату за ваш труд. Вы знаете, в нашей жизни, в истории нашего цирка уже бывали совершенно аналогичные периоды. И ничего, мы справились. Поэтому еще раз прошу вас, не волнуйтесь, тем более не паникуйте. Помните только об одном. Вы артисты цирка Никулина, а мы цирк Никулина. И мы своих не бросаем.